Здорово всем, ребят! Приветствую вас на канале Пещерка Шнырей. Это второй канал с нарезками, который делают крутые ребята, так что поставьте обязательно свой царский лайк под этим видосом и подписывайтесь на канал. А среди всех комментариев, которые вы напишите под этим видео, мы выберем одного победителя, которому подарим 500 золота. Вам всем приятного аппетита и просмотра. Do damage. Пау! Ну, короче, мы связаны каким-то... одним общим делом, и дальше, ну, особо не общаемся. С большинством, да? Блогеров каких-то, назовем это так. Бля, хамуха. Я немножко помешал союзнику. Чуть-чуть помешал союзничку, но не хотел. Обалдеть. Бы укладку сломал. Вау. Дядя, это было больно. Ага. Надо апаться. Это было больно, но необходимо. Потому что я сейчас Паттона убью. Паттона сейчас убиваем. Наверное, забью болт на Паттона. Буду убивать. А, Паттон убегает. Очень важно забрать горку, потому что с горы потом убиваются все ближайшие танки вот эти. У меня очень сильно с графикой что-то намудрено здесь. Да, качество доп. Эффектов. Они мне не нужны такие. Слишком много дымов, слишком много всякого говна. Качество доп. Эффектов слишком. Вы видали? Я во время выстрела довернул в нужную сторону, из-за этого меня чего не пробил. Да, да, да. 530 ББшка, это хорошо. Взорвал. Бля, какой 277 классный танк, вообще забей. Очень сильно нравится. Я прям вообще кайфую от тачки. Блин, какой он сильный. Это вообще такой аппарат мощный. Однозначно один из самых сильных танков. На 10 уровне. Это мой косяк по стрельбе. Однозначно. Обалдеть. Ну я косячу сам. Обзор в норме. Косячу. С выстрелами. С этим все. Под вафлю немного подставился, но в целом. Да, какие-то они прям супер мощные, эти мужики. За 17. Ко мне в очко заеду сейчас, да? Чего пытался в очко ко мне залететь? Мы, кстати, проигрываем этот бой. Интересно. Так. Да, блин, пушка. Пробитие подтверждаю. Пушка не опускается. Блин, какие-то бои тяжелые с самого начала идут. Каждый бой можно на 10 тысяч урон делать. Ей-богу. Ага. Понял. Понял тебя, братик, понял.
Ага. Понял тебя, братик, понял. Сгорит? Сгорит. Кайф. Надо пару выстрелов дать. А зачем он умер? Странный парень. Чем он сдох? Супер странный тип. Ты же его и скинул. Вы чё, дурачки? Вот кто пишет то, что я скинул леопарда, тот, ну, глупый, тупой дурачок. Вы в глаза долбитесь? Или что? Офигеть, опыта дало. Жесть. Вот этот момент. Закрываем вопрос сразу же, чтобы не было ко мне никаких претензий. Вот стоит леопард. Я пытаюсь съехать вниз. Поехать вниз. Леопарду, говорю, надо ехать вперед. Смотри, что делает леопард. Смотри, что делает леопард. Смотрите. Смотрите, что он делает. Это я его разбил? Смотри, что он делает. Он мог прямо проехать и вправо. Он мог просто прямо проехать. Смотрите, что он делает. Это я его поворачиваю в левую сторону? Это я его в левую сторону поворачиваю или кто? Вы видите, мой корпус справа повернут? Вот, еще раз повторяю. Я еду прямо. Я хочу съехать вниз. Мне нужно настреливать урон. Чел поворачивает влево и падает вниз. Сам поворачивает влево и падает вниз. Сам. А теперь смотрите, как съезжаю я. Я еду вперед. Вот. Огромный склон. Я еду вперед. Сдаю вправо. И падаю, спокойно спускаюсь вниз. Зачем он прыгнул сам? Зачем он прыгнул? Для чего? Это знаешь, как те чуваки, которые сами прыгают на машину, и типа такие, ты меня сбил. Ты едешь такое просто на автомобиле, просто едешь такой, останавливаешься
между, ну, я не знаю, там, перед пешеходным переходом останавливаешься, а чел тебе прыгает на машину и такой, блядь, ты меня сбил. Вот это вот то же самое было. Это было то же самое.